Всем привет! Я хочу сейчас провести челлендж. Кто больше залипнет из первых бонстиков и вторых? Я их буду прилеплять на монитор. Вторые бонстики более крупнее и ярче, чем вторые. Ой, наоборот. Извините. Вторые, чем первые. Больше и ярче. Я сейчас буду их прилеплять. Я старался выбирать их одного размера. Я сейчас их хочу взвесить и посмотреть, кто же из них выиграет по весу. Вторые бонусики весят 21-22 грамма, где-то так. А первые бонусики значительно меньше, 18 граммов. Вот я их прилепил на монитор, и я буду сейчас засекать время. Смотрим. Ждем. Давайте хоть кто-нибудь подойдите, пожалуйста. Вот скоро квакер должен упасть. Из первых. Это кажется, потому что вот как он уже на грани. Из вторых еще никто не должен упасть. Они все... Вот, я, как я сказал, упадет квакер. 1-0 в пользу вторых бонстиков. Вот квакер упал на 43 секунде. Птиц упал на 2 минутах. 30 секунд. Гуглик сейчас упал на 2 минутах 40 секунд. Дальше ждем. Хоть кто-нибудь упадет. Пока 2-1 в пользу вторых бонстиков. Ждем. Сейчас вот упал Хоба на 4 минутах 53 минуты. Ой, 53 секунды. Книжку неси. Да, еще буду ждать. А планшетную зарядку поставим. На, а у меня. Пока еще никто не по. О! Упал Панс на 5 минут 13 секунд. Кушай. Вафли. Ждем. Вот недавно упал Шима на 12 минутах. 10 секундах. Ждем еще, кто упадет. Пока 4-2 в пользу вторых бонстиков. Вот сейчас упал Плюв на 26 минутах. Интересно, что дальше будет падать. Вот сейчас упал Котя. На 30 секундах 59. Вот сейчас упал Котя на 31 минуте и 10 секунд. Сейчас идет 5-3 в пользу вторых бонстика. Как вы думаете, кто выиграет? Напишите в комментариях. Вот на 44 секунде упал Кудряш. Я его не могу показать, но он просто у меня улетел с монитором. Значит, получается, что 6-3 в пользу вторых бонстиков. Вот сейчас упал Хрюня на 49 секундах. А сейчас 50 секунд. Ждем. 50 минут, наверное. Снимай заново. Вот сейчас упал Дастри на 55 минутах. 35 секундах. Вот сейчас еще один упал Варвар
на 56 секундах 20. Вот сейчас упал Варвар на 56 минутах 20 секундах. Вот сейчас упал Раф. Сами видите, на каком времени. На 1:05:20. Вот прямо сейчас упал из второй команды, из команды Бонсики 2, Фрау. На 1:13:50. Вот как все. И получается, что 8-6 побеждает, со счетом 8-6 побеждает команда вторых Бонсиков. Пока побеждает. А потом еще все посмотрим. Вот. Ну вот сейчас упал Барбос. Вот на 1:28:40. И сейчас 9-6 в пользу вторых Бонсиков. Видите, их четверо осталось. А Цыпа, значит, один остался. Мне кажется, что вторые Бонсики победят. А как вам кажется? Вот сейчас упал Рогли со второй коллекции. На 1:33:50. Неужели одна Цыпа победит трех со второй коллекции? Будем ждать продолжения. Самое интересное только впереди. Вот сейчас упал Цыпа на 1:44:30. И все-таки он сдался против. И Чохи, Синяка и Лупии. Самые сильные они оказались. Ну, вторые Бонсики выиграли. Это уже даже ожидалось. Да, Рина, вторые Бонсики выиграли? Да! Слышали? Она тоже сказала. Ну, всем пока!